Павильон Магаданской области приглашает участников Восточного экономического форума испытать удачу в соревновании по промывке россыпного золота. Победитель получит путевку на чемпионат «Старательский фарт», который в 2019 году пройдет в Магадане. Колыма на улице Дальнего Востока представлена в павильоне площадью 100 квадратных метров. Конструкция золотого, серебряного и белого цветов символизирует добычу основных полезных ископаемых региона. Здесь размещены муляжи уникальных колымских золотых самородков, золотой великан, вес которого более 16 килограммов, и мефистофель, который напоминает лицо дьявола. В туристической зоне гости могут побывать в модели батискафа, который виртуально опускается на дно Охотского моря. Для презентации туристического потенциала Магаданской области использована технология дополненной реальности. Третий корпус полностью посвящен экономике с представлением региональной инвестиционной карты. Кроме того, в павильоне продолжается работа фотозоны и сувенирной лавки. Проходят мастер-классы по изготовлению изделий из кости. Помимо того, что специалисты предоставят всю информацию о тех туристических компаниях, которые осуществляют свою деятельность на территории Магаданской области, каждый желающий может сделать предзаказ и осуществить предзаказ на приобретение тура в Магаданскую область. Представлен широкий ассортимент – это охота, рыбалка, это экологический туризм, промышленный туризм, этнографический туризм. 15 и 16 сентября улица Дальнего Востока будет открыта для всех желающих. В прошлом году выставку посетили более 50 тысяч человек.